привет! С вами Fancy Something, и у нас наконец-то DIY. Честно говоря, этой идеей я горю уже где-то год. Я хотела реализовать эту идею у себя на свадьбе, но я не знала, как это сделать. Если бы такое видео было тогда, год назад, то я бы была очень счастлива. Поэтому я надеюсь, что это видео будет полезным для вас. Наверняка у некоторых из вас, или у ваших друзей, или родственников, есть вот такая штука. Это аппарат для маникюра и педикюра. Как по мне, так вещь бесполезнейшая. Я ей воспользовалась всего один раз, так сказать, побаловалась и бросила. Она бесполезная лишь по моему мнению. Если она вам полезна, то я очень рада. И я хочу положить в вашу копилочку еще один способ пользования подобной штуковиной. Я не знаю, есть ли что-то подобное на YouTube, но эту идею я придумала сама. И поэтому считаю себя невероятным гением. Я абсолютно уверена, что я буду и дальше пользоваться этим методом. Ну все, поехали! Все, надеюсь, вам понравилось это видео, эта идея. Обязательно поставьте палец вверх и делитесь этим видео с вашими друзьями и близкими. У меня есть тут одна идея, хочу с вами поделиться. Я хочу сделать неделю DIY. Это будет такой некий челлендж для меня. Я уверена, что мне будет невероятно сложно. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я пока буду готовиться к неделе DIY. Всех целую, всем пока!